Привет, друзья! Сегодня мы в Туркестане и хотим посетить новый туристический комплекс «Караван-сарай». Он большой, интересный, очень красивый. Древняя атмосфера, любая мелочь, все продумано до мелочей. Итак, начнем по порядку. Из Тараза вечером выехали на поезде. Сейчас поезда ходят полупустые, поэтому рядом с нами никого не было. В Туркестан приехали рано утром. На завтрак зашли в столовую, которая называется Дамды. Кстати, очень приличная столовая, там очень вкусно и недорого. И главное, все находится рядом. Ну что, пойдемте прогуляемся по караван-сараю. Данный туристический комплекс начали строить в декабре 2019 года. И вот 11 апреля 2021 года состоялось его открытие. Строила его турецкая компания. Данный проект не имеет аналогов в Казахстане. Он расположился прямо напротив всеми известного мавзолея Хаджа Ахмеда Яссави. На территории караван-сарая расположились кинотеатр, отели, амфитеатр, рестораны, летающий театр. Кстати, билет на него стоит 6500 тенге. В скором времени откроются восточные рынки, торговые ряды и бутики. Через весь комплекс протекает искусственный пруд, по которому лодки катают туристов. Но нам так и не получилось прокатиться, потому что в 2 часа дня уже все билеты были распроданы. Так что если хотите покататься на лодках, берите билет заранее. В уникальном проекте сохранился облик древнего города. Все здания построены в средневековом стиле. Ощущение, будто ты и на самом деле оказался в древнем городе. Главная достопримечательность караван-сарая – это танцующий фонтан. Там по вечерам проводится парад лодок. Шоу бесплатное, проводится каждый день и длится примерно 15 минут. В моей ленте чуть ниже можете увидеть полную версию этого необычного шоу.